сейчас вашему вниманию мы представляем сочинение молодого и энергичного музыканта Калмыкии Савра Катаева. На этом фестивале Савр впервые выступает как композитор и представляет вашему вниманию концерт для калмыцкой дамбры с симфоническим оркестром. Концерт построен на героико-патриотической теме, лейтмотив которой проходит через все произведение. Первая часть начинается с главного лейтмотива концерта, который воспевает героические подвиги калмыцкого народа. Побочная партия лирического склада – это своего рода зарисовки степных просторов Калмыкии и ее красот. Вторая часть посвящена трагическому прошлому калмыцкого народа, периоду репрессий и депортации. В основе средней части лежит военная калмыцкая народная песня «Цаганде», и завершается вторая часть символически просветленным финалом. Третья часть – это монументальный танцевальный финал, сквозь который вновь и вновь звучит основной лейтмотив концерта. Как напоминание своим потомкам о светлом будущем, о необходимости беречь и нести вперед национальные ценности своего народа. Итак, Савр Катаев. Концерт для калмыцкой дамбры с симфоническим оркестром в трех частях. Солист, заслуженный артист Калмыкии Арслан Шавгуров. Thank you.
Thank you.
Шабуров.